Что такое настоящая любовь против настоящей ненависти? Истинная любовь против беспричинной ненависти — это любовь к миру. Любовь мира. Любовь к миру — это самая большая любовь, которую мы можем представить себе. На то, что я не беру в расчет никаких деталей, никаких данных от того, кого я люблю, а я слит с ним, я включен в него. И я хочу только выполнять то, что ему не хватает. И нет у меня никаких расчетов с самим собой.